Развитие системы 112 в течение всего года было для властей района одним из наиболее приоритетных направлений работы. Это и позволило нам стать бесспорным лидером в регионе. Конечно, не обходилось без определенных сложностей. Отладка оборудования и взаимодействия потребовала значительных усилий. В ходе опытной эксплуатации системы 112 был выявлен ряд проблем, связанных в основном с работой технических средств и программного обеспечения, которые были устранены с помощью службы технической поддержки. Представители областного центра 112 поблагодарили район и лично главу за понимание важности развития системы экстренных вызовов. Комиссия по проведению государственных испытаний посетила центр обработки вызовов и единых дежурно-диспетчерских служб системы 112 и внимательно проверила его работу. Сегодня здесь трудится более 40 человек. С 1 июня они приняли уже около 200 тысяч обращений, больше всех в области. В случае положительного решения комиссии, с начала декабря Одинцовская система 112 будет запущена в полноценную эксплуатацию. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».